Я являюсь учителем физической культуры в школе 1353. Вот, мы приехали на турнир, организованный ЦСКА баскетбольным клубом. И, конечно, впечатления очень положительные. Я так близко игроков не видел. Ну, один раз сидел в вип-ложе, и когда был на игре. Но вот так вот тесно я с ними как бы не общался. Единственное, были на матче звезд баскетбола, ну, прошлых лет. И там есть фотографии, автографы Быкова и Хряпы. Ну, то есть вот бывших баскетболистов ЦСКА. Открытые парни, готовы в любой момент дать автограф, сфотографироваться. То есть, ну, очень даже, если честно, не знал, что вот настолько открытые звезды бывают, ну, вот именно в профессиональном баскетболе. В общем, желаю всем приходить сюда почаще, играть. Я, кстати, тут рядом живу и хожу всегда, прохожу эту площадку, и тут всегда народ ходит, играет. Летом я даже сам тренировался на этой площадке, было пару раз. Все, приходил, кольца супер, отрабатывал флоутеры левый. Да, я сразу выбрал ребят, которые сразу забивают. В общем, я сказал, кто не забивает, тот не надо. В общем, тут все забили, мне пара понравилась, потому что моя команда выиграла. В прошлый раз не удалось, ну вот, все, на этот раз выиграл. Невероятная атмосфера мероприятия. Безумно круто, что у ребят команд есть такая возможность видеться с лучшими игроками страны, пообщаться с нашей любимой командой снова. Пожелать удачного сезона. Спасибо огромное за такую организацию.